Не в нашей пользе, кстати, играюсь. Так, вот между Альдебараном, пока его вижу в окуляре. Вижу. Вот он на правом краю кадра, а луна уже на левом углу кадра выглядывает. Ну, что, такая луна, такие облака, между ними 4 угловых градуса, 3,9 будем говорить. Ну вот, так я навестись могу на одном кадре. Божественные получились у меня кадры, но по моим оценкам, когда 22 декабря получилось снять Юпитер с Сатурном, при максимальном увеличении этого фотоаппарата 125 крат оптических и 4 цифрового, и у меня в кадре находились одновременно кольца Сатурна, видны были хорошо, и 4 галилеевых спутника Юпитера, и вся эта красотень была в одном кадре. Посмотрите обязательно здесь же, на этом канале, за 22 декабря 2020 года. Сближение Юпитера и Сатурна. Ладушки. Марс есть. Луна есть. Альдебаран есть. Ждать. МКС 18:30 он будет лететь. Или не ждать. Что у нас по времени? У нас по времени 16:55. Не буду я ждать за это время. И погода может поменяться. Пойду я это видео выкладывать. 16:55 в Киеве по Харькову. Отставить. 16:55 киевское время в Харькове. Вот так вот. 24 января 2021 года.